Все кражи у нас были совершены в дневное либо вечернее время, тогда, когда потерпевших нет дома, либо куда-либо вышли, там, на кухню вышли, либо там к соседям вышли и забыли закрыть за собой дверь. На данный момент полицейским известно как минимум о 6 кражах. Преступления совершены в различных студенческих общежитиях города, разных учебных заведений. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном человеке, просим вас позвонить по телефонам 246-75-15 и телефон 244-17-00.